Добрый день, друзья! Меня зовут Ваган, производственная компания Москит. Сегодняшнее видео я хотел посвятить нашим покупателям, которые только купили, либо уже которые не первый год работают. Пожалуйста, вы купили у нас коптильню. В коптильне идет инструкция, как научиться коптить. Как научиться работать на коптильне. Для этого вам нужно всего лишь открыть дверь, достать из коптильни паспорт и прочесть его. Все, что от вас требуется, все, что мы просим от вас, прочитайте, пожалуйста, паспорт. На нем написано: пожалуйста, прочтите перед началом эксплуатации. Если этого недостаточно, мы вас просим прочесть паспорт. А также отдельный вкладыш есть, называется «Инструкция для начинающих». Тут описаны основные принципы копчения. Они едины для всего. Для мяса, для рыбы, для грибов, для яиц, для всего, что угодно. Принцип копчения, он один-единственный. Вариаций могут быть разных много, но принцип копчения одинаков. В коптильне каждый идет паспорт, написано, как оно работает. Если у вас по этой инструкции что-либо не получилось, делаем второй шаг. Опять в руки берем паспорт, открываем последнюю страницу. Здесь написано: по всем вопросам звонить по телефону, и написан телефон, либо электронная почта, либо Viber, либо WhatsApp. Если у вас что-то не получилось, звоните. Мы с большой радостью вам ответим. Не надо уродовать коптильни, не надо их ломать, не надо их переделывать, пожалуйста. Они сбалансированы, сделано все как нужно, все работает. Сотни, тысячи наших довольных покупателей работают. Те, кто прочел и понял сам принцип копчения. А также напишите нам на электронку, мы вам скинем рецепты. Пожалуйста, будьте внимательны. Не попадайте в непонятные ситуации. Не ищите помощи на стороне в интернете еще где-то. Всегда с радостью ответим на ваши вопросы. Ну, наш модельный ряд вы, наверное, знаете. Это я в следующем ролике вам подробнее все представлю. Ну, на 10 килограмм коптильни, на 25, на 50, на 100, на 200 килограмм. Ну, она такая огромная, знаете, наверное, тоже, да? Вот. Всегда с радостью ответим на ваши вопросы. В рабочее время с 9 до 19 часов. Спасибо, всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания.